стрит-арт – по-настоящему доступное искусство, которое превращает прохожих в зрителей, а стены домов – в картины. Именно этим занимаются ребята из Muddlehood уже несколько лет. Их картины вы видели неоднократно, они есть буквально по всему городу. И вот художники решили собрать работы воедино в одном зале, пока те не исчезли вместе с деревянными домами старого фонда или пока их не закрасили. Художников, которые рисуют в комфортных условиях мастерских, сейчас слишком много, а, как говорится, если их слишком много, то в какой-то степени происходит общее обесценивание. Я не хочу быть в тренде, но с другой стороны понимаю, что сейчас различных умников, которые в комфортных условиях находятся и создают свои работы, уже предостаточно. Пора добавить что-то новое. Я многие работы видел вживую. Тогда какое-то там выражение, какая-то доля, ну, какого-то даже экстрима есть, если он не согласованный. И, то есть, если ты делаешь что-то красивое, потом люди это видят, и даже незаконно это сделал. Это очень классно. Публику всегда интересует то, что остается за кадром. Истории создания, художественные и музыкальные предпочтения, моменты из жизни. Самый банальный журналистский вопрос к художнику, музыканту или актеру, где вы черпаете вдохновение, обычно встречается усмешкой. А мы не спрашивали, поскольку быт у художников здесь посвящен отдельный зал. Это фотография капитана. Это капитан Сергей Курехин. Он словом, то, что нам недоступно, потому что мы художники, которые рисуют, выражал буквально все. И я могу сказать то, что все, что я делаю, очень сильно как бы основывается на его творчестве. Даже то, что я говорю, это буквально вот сплошной Курехин. Уличные картины долго не живут, это факт. Тут одно из двух, либо постараются власти, либо вандалы. Правда, и те, и другие художников не особенно беспокоят. В этой недолговечности и есть уникальность. Я очень рад, потому что они уничтожаются. Благодаря этому я произвожу новые работы, и все мои коллеги благодаря этому производят все новые работы, которые должны быть на всеобщем воззрении. И мы очень хотим, чтобы на всех этих работах были написаны какие-то матные слова. Это очень важно. Конечно же, я рисую с тем осознанием, что когда-то это все, когда-то всему придет конец и когда-то все будет уничтожено. Если вам по вкусу уютный полумрак, отличная музыка и искусство для всех, но не для каждого, то вам сюда, в культурное место Толк. Вход, разумеется, бесплатный. При себе иметь художественный вкус и хорошее настроение. Александра Рьянова, Илья Федулов, Горький ТВ.